каркас мы поставили, сейчас начинаем крыть и делать двери. Останется у нас система подвязки. Закончился у нас монтаж. Напоминаю, строили мы теплицу 2х4, цвет шпалера на брусе. Двери с форточкой обновленного типа у нас с каждой стороны, с каждого торца. Есть резинка, торцевая резина, уплотнитель, если быть точным, для большей герметичности. Без рекламы никуда. Есть система подвязки по две нитки на каждую сторону. Есть диагонали укосины для большей жесткости. Каркас у нас сделан из профильной трубы 20х20. Цвет темно-коричневый шоколад. Покрашено все полимерно-порошковым способом. Стоит все на брусе 100 на 100. Брус пропитан антисептиком. Связан с землей с помощью зацепов. 4 штуки на весь фундамент. Такая простая, компактная, надежная, относительно недорогая теплица. А мы сейчас послушаем отзыв, надеюсь, довольного клиента по поводу построенной теплицы. Ой, прекрасная теплица, очень довольна, это просто шикарно. Такая шоколадка, просто, знаете, нет слов. И мальчики очень хорошие строители, просто чудесно. Большое спасибо. Откуда узнали о компании «Уральская усадьба»? А из интернета. Интернет. А почему такой размер именно? Ну, потому что здесь вот, видите, места-то не очень много, поэтому так вот и пришлось. Ну, просто есть еще и большая теплица, вот этой достаточно для перцев, баклажанов, отлично будет. Хорошо. То есть вам все понравилось? Очень хорошо. А мне на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока.